Патриция, короче, приезжайте. У меня тут вообще просто жесть, офигеть, нереально. Игр про танки и самолеты много, но только в War Thunder вся техника сражается на одном поле битвы. Это и в разы динамичнее и похоже на настоящие сражения Второй мировой войны. Хочешь, сбивай самолеты противника, хочешь, дави его на танки, уничтожь фашистов и стань настоящим героем. И именно сейчас ты получишь подарок при регистрации и сразу начнешь нагибать врагов и на земле, и в воздухе. Ссылочку я оставлю под видео. Короче, ребята,
взять эту голову и что с ней сделать? Может ее положить в каком-то публичном месте и снять реакцию прохожих на эту голову? Может ее кому-нибудь подкинуть? Короче, все пишите в комментариях, что сделать с этой головой, какое снять видео. Я обязательно какое-нибудь видео еще сниму с этой головой. Вот. Ну, в принципе, и все, ребята. Пока. Завтра заходите на канал, завтра будет крутое видео. А знаете, почему оно будет крутое? Потому что завтра будет на обзоре крутой кинетический песок и мега-конкурс. А сегодня в паблике SPS AliExpress итоги на смартфон Dexp. Всем пока! Копался из песочницы и опа, iPhone 6 нашел. Сайт letyshops.ru позволяет экономить до 30% с каждой онлайн покупки в более 500 популярных магазинов. Дополнение для Google Chrome и Яндекс Браузер поможет проверить наличие кэшбэка на страницах магазина. Как получить двойной кэшбэк с интернет покупок и 200 рублей в год? Смотрите в описании под видео. Спички и светит 3 километра в конце видеоконкурс. Ау, ребята, всем привет! С вами блогер Серхио, это канал Китай Бугага. И это распаковки самых веселых и интересных посылок. Сегодня у меня на обзоре офигенная штука. Ребята, это кинетический песок. И я его купил в нашем местном магазине за 1 прям сейчас? А еще в конце видео я покажу, какой кинетический песок я купил на сайте. Заценим, какой он. Погнали! Ребята, это потрясающая вещь. Кинетический песок состоит из обычного песка плюс специальные добавки, которые придают ему одновременно офигенную пластичность и рассыпчатость. Что такое? Абсолютно безвредный песок. Играться им можно дома и лепить любые фигурки. Кинетический песок очень приятный на ощупь, не имеет никакого запаха, не прилипает к рукам и не оставляет следов на столе. Это, безусловно, волшебный материал, который успокаивает нервы и захватывает дух. Самое основное, песок, который уже не высыхает, а это значит...
какие-то кинетические, дети, очень хорошие вещи. Дети, внуков и внуки внуков. Ну, у него же был, ты плакал, пластилин, он лежит. Нет, а, вот этот цвет? Да. Вон, один раз собрал, бросил, и все. Ну, другой хотел еще. Чего ты хотел? Умный. Да, умный пластилин. Да мы же так не купили, а отменили с продажи. А это значит, что вы можете без проблем его собрать что ли? И положить в коробочку или баночку. Мы не стали больше делать. Не придумали. Чтобы получить лазер, надо выполнить всего лишь два условия. Поставить лайк на это видео, потом перейти в паблик СПС Алиэкспресс и сделать репост первого поста. Итоги через 7 дней в паблике в видеозаписи. Победителю достанется новый лазер из Китая, или он может забрать деньги. В паблике СПС Алиэкспресс время новогодних подарков. Почти все товары мы дарим за репост. Чтобы получить любой товар, надо сделать всего лишь репост записи. Итоги 31 декабря на канале Китай Бугага. Будет очень много подарков, которые мы отправим в любую страну мира. Абсолютно бесплатно. Паблик СПС Алиэкспресс от канала Китай Бугага. Ссылка в описании. Начинает
начинает светиться. Это просто круто. Я сейчас еще включу свет и покажу вам, как он светится в темноте. Заказал я на сайте aliexpress.com. Точно не помню цену, там $1 или $2. Ссылочка будет в описании на этот товарчик. Что по качеству? Качество отличное. Он мягкий, резиновый. Внутри находится воздух. Легенький и очень-очень приятный на ощупь. Это, скорее всего, силикон. Он тянется полностью, весь тянется, видите, в разные стороны. И ноги тянутся, и руки, и голова. Можно повесить, кстати, в машину, да? И при движении он, скорее всего, будет светиться. Короче, внутри находится вот такой вот шарик. И внутри находятся батарейки и лампочка. Как менять батарейки, я не знаю. Тут вот есть какая-то такая фигнюшка. Как ее открывать, тоже не знаю. Но вот так, если трясешь, он светится, мигает красным, синим. И где-то через секунд 10 он прекращает свое мигание. И потом, чтобы опять начал мигать, опять трясем и будет опять светиться. Классная штука, покупкой я доволен, спасибо китайцам. Так, ребятки, свет я выключил, вот, короче, полная темнота. Трясем его и смотрите, вау! В темноте это смотрится просто обалденно. Нифига себе, ребята, смотрите, крутяк! Вообще круто! Вау! Крутая штука, да, ребята, согласитесь? Если крутая штука, напишите в комментариях. Блин, мне будет очень приятно. Офигенно, просто обалденно. Данька, 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 милый мой Масянька. Ребятки, первой посылкой я доволен, даже очень доволен. Крутая штука. И вот это тоже должна быть крутая штука. Это ее, которая светится в темноте. Короче, кто не знает, ее это такая штука, вращается на вот такой вот веревочке. Ну, я думаю, многие знают. И внутри находятся тоже батарейки и лампочки светодиодные. И при вращении, когда будет вращаться все это дело, он будет светиться. Я сейчас, короче, тоже переставлю камеру, выключу свет и покажу вам тест. В конце видео будет тест йо-йо. Ну и, в принципе, все, ребята. С вами был Блогер Серхио, канал Китай Бугага. Всех вас люблю, спасибо и пока. Ставьте лайк. Thank you.
почти два. Блин, и кто здесь будет пылесосить? Особенные свойства, я так понимаю, что на 99% это обыкновенный песок с какой-то добавкой, которая не дает ему рассыпаться.